И в продолжение темы начала учебного года – это не всегда торжественная линейка. Второклассник Вова неудачно прокатился на велосипеде прямо накануне 1 сентября. И вместо похода в школу в ближайшие несколько недель он проведет в больнице. Второклассник говорит, занятия любит, особенно перемены. Мне нравится перемена. А почему? Потому что там можно играть, гулять. Все, что там можно, только не биться. Он не грустит. Он у нас такой, что никогда не грустит. Ему все тут нравится и все подходит. У мамы настроение никакое, потому что на 1 сентября хотели очень сильно попасть. Ну, здоровье ребенка важнее. А чтобы Вова и еще несколько десятков школьников выздоровели быстрее, ребятам привезли подарки. Максим Степанов передал в областную больницу настольные игры, школьные наборы и много игрушек. Кроме того, по инициативе обладминистрации с февраля здесь действует пилотная программа. Маленькие пациенты бесплатно получают неотложную хирургическую помощь в течение первых 3 дней. Для этого из бюджета области были выделены около 8 миллионов гривен. Сегодня же 1 сентября, все твои друзья в школу? Ну да, всегда. Да? А в каком классе ты? Уже перешел во второй. Во второй? Круто. Кирюш, ты хочешь в школу? Вот весь энтузиазм. После полученных подарков губернатором, в принципе, немножко... Желание появилось. Мы попали накануне 31 августа на 1 сентября. Пришлось немножко пропустить школу, но главное, чтобы дети были здоровы.